Березки красивые. Ага, ой, смотри, что тут. Ой, вот так вот. Ага. Вот, и ты камеры снимаешь, а идешь по лесу. Ага, красиво как, блин. О, а какие. А мы уже у дороги, да, вот эти березки. И здесь красивые места, везде. Ой, спотыкаемся. О. Да, все, найдем что-нибудь, хоть сыроежку какую, кленовый листочек. Тоже двойная березка красивая. Отличные места. Надо еще ж перекусить. Обязательно, сейчас мы это дело оформим. И там потом очень тяжело будет, заросли. Высоко, 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 выше некуда. Ого, природа и мы. Сейчас. Сними меня. Ага. Сейчас, Паш, я же тебя не вижу. Ты ж иди, где я тебя вижу. Я тебя не вижу, вышел из дебрю. Двое вышли из леса. Во, ну-ка. Выбираюсь из дебри. Ты ж выбирайся побыстрей. Во, а то я уже комар меня кусает. Сколько ты сказал? 18 было, плюс еще. Сейчас пойдем еще и питаться грибки будем. Грибки мои, посмотри. Покажи. О, нас вот это? Не знаю. Подожди. Что там наш? Какие растения. О, красненькие. И молодые елки, палки. Здоровый. Елочки. Это так нравится здесь. Как шатер. Качели твои. Ага, мои качели. Как шатер. О, место хорошее. Сейчас можно кататься. Ну, если кататься, а тут можно было даже посидеть. Прекрасно. Ну куда я покатаюсь? Ну брось грибы свои. Ой. Ты сломаешь, ты уже длинный, большой сам, не уцепишься. Тогда маленький в прошлом году еще был. Не, же знаешь. Пошли, Пашулька. Очень колючий просто. Да. Так. Удобная корзинка, да? Угу. Я тоже здесь подожди, подожди, Павлик, он... Павлик, встань в стороночку. Он наполовину был где? В крапинках, наполовину вот нет. А, их сейчас так и редко увидишь. И мне показалось, их сейчас никогда не встретишь. Был. Да. Потому что какая это прелесть. Был. Очень красота какая, ну что ты. А его и так сильно сразу и не заметишь. Не заметим, да. Яркий. Залезем в деревья. Вот сюда, ты нас снимаешь. А я тебя и снимаю. Ага, а мы можем присесть даже. Видишь, других за неимением грибов мы на мухоморку любуемся. Пусть природа растет. Там, Паш, поближе подойди, ты там, Паш, на свету. Ага, да, ты присядь. Присядь тоже. Ну, мы можем сейчас выпить, закусить. Над нами солнце светит. Выпить, закусить? Да. Но грибов нету никаких. Ладно. Ну, тут нету, но, в принципе, есть. Да, ну, пойдем. Пойдем. Встаем. Ладно. Поснимались. Давай. А, дождевики давай. Мы их сидим. Суп бросим, будем есть. Ага. Последний. Давай. Если бы их найти побольше. О. А куда, Саш, не будем выходить дальше? А, нет, там уже смысла мало. Пойдем, Саша. Не, а ну мох, потому что. Не, смотри, не, какой гриб. Темнеет, как бы. Ну, этот поразительный, рябенький такой. Mm-hmm. Какой, а вот этот с ними черноголовик. Да, этот тоже красивый. Ну, ладно. Не, ну. Мох-то не видно. Ну и что, они видны? Все внизу. Ну и что? Да далеко я вижу, от машины отходить. Он говорил, машину можно, там подъезжать можно. Нет, так это получается подъезжать там не к самому. А только это самое. Переехать, мол. Слушай, Катьку, там никто не обидит, цветочек. Мне вот эти синялки нравятся, такие фиолетовые. Ну-ка, красиво. А я люблю, когда на природе растет. Во, еще раз скажи. Люда, с днем рождения тебя. Во. Поздравляю. Спасибо. Смотри, лесные цветочки, да. Какие красивые, сиреневые. Ой, бесподобно, красота, спасибо. Какая. Во, природа что делает. Во. Что природа делает? Да. Ой-ой-ой. Знаешь, какие, как крапивники мои эти. Мы их ели тоже. Вот это да. Золотые такие грибы эти самые. А. Их, между прочим, мы ели, но сейчас не будем. Ну-ка, поверни наоборот. Переверни вниз. Угу, вот такой вот гриб. Красивые. Вокруг всего пенечка. И мы их ели в прошлый раз. А можешь не показывать, можешь оставить. Начало. Паша, кассета кончается, мы стол не съедим. Знаешь, что он сделал? С самого начала. 20 штук ровно. На базар.
Блин, что он сделал? Вот такой фантазер, 2, да? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Блин, фантазер. 20, да. Слушай, разложил грибы на земле в ряд. Под березовики, представляешь? Какой фантазер, мальчик? Такая у него фантазия оригинальная. Чего это он там? Ну, спроси. Сделали. Ну, давай, не кончилось еще. Ну, еще гавкает немножко. С днем рождения нас. Да. Снимите меня. Полный этот. Всех нас снимай. Всех. Ах ты кисечка, днёрождённая. Так. Ты. Всё уже тут. Пирянички. Да. Катя, ты ешь, что ли, Катя? Да, ты? Признание мне, чё? Павлик, это же я Кате сдала. Ну, дай Кате откусить. Налей мне сначала чай. Ну, давай, я дам тебе чай. Так, ну вот, ребята. Ну, пока вроде... Кассета все уже. Закончилась? Да, перечеркнута. Так она может еще 5 минут снимать, она предупреждает всего лишь нас. Ну это да. Я еще в лесу это заметила. Ну вот, еще снимает. Кать, что тебе дать? А то упадешь. Ну пусть упадет. Катя, упадешь. Ну пускай падает. Ну пусть берет. Вот, раздавит всю нашу жизнь. Пусть она тоже берет что-то. Что такого? Да, мы же ей подадим. Ну и хочется ей завалиться мордой в этот стол. Хороший. Ты хотела сразу всю палатку засунуть себе. Конечно. Ты всегда хороший. Так, что это я хотел? Катя, улыбочку. Ладно, не наелись, пойдем побегаем. Это Катя улыбочку. Катя говорит, пойдем побегаем по лесу. Помнишь, в лесу? Да. Вот молодец, Катя. Крылышки пристегни вперед. Тамар, я тебя не знаю, как снимать. Кстати, вот сама по себе глупая пишет такие вещи. Пишет вещи хорошие, да? Паша, у нее с юмором, Саша, да. Каждому поды не получилось. Вот это здорово. И главное вот... Хотя и на границе. Потому что они там созрели, своим как бы на солнце созрели полностью. Чуть проще. Да. Слушай, когда там нас бахчи срывают, уже спелые. Хорошо. Даже никакие на жизнь. Что ли, займешь, заказывай погреться. Настоящие персики. Кать, дома погреешься, зайка. И прямо с дерева. Я вот смотрю, ну, может, он брекнется. Катя, ну, не, молодец, схватила вон ручкой. Молодец вроде, блин. Молодец. Вот тренироваться надо правильно. Вот это надо вот самой это все. Это надо правильно, молодец. Практика нужна. Да. Кажется, сразу в глазах темнеет. Резко так. Потому что давление. Ты уже растёшь. Малокровие. Тянет почему-то к земле. Вот так. Четкое такое состояние. Малокровие. Малокровие. Надо гречку есть. Да, мясо, Паша. Много мяса. Мясо. Сейчас я языка. Я лежу на кровати, читаю книгу. Печёнку лежу надо. Часа два. Резко встаю, вскакиваю, что-нибудь надо. А резко нельзя, Павлик. А скажи, Саша, что нельзя резко подскакивать. Это никому нельзя, Паша. Павлик, это очень вредно. Люди могут умереть от этого. Давление происходит, и в глазах темнеет. Поедем. Так, кружку не забыли. Кружку? А какую кружку? А? Сниму сапоги, да. Выставляй, да. Какая прекрасная сегодня прогулка. Ольга нас, за, конечно... Так, заколебает, скажет, ну что это? Когда встанешь на 15 минут позже обычного, придется под таким сугробом по пояс тебе. Опять темно уже и поздно. Опять едем. Ночью по лесам шастаем. Ну что делать, если мы любим по ночам ходить? Ну, времени на другого нет. Она тебя жалеет, Пашулька. Смотри, еще место есть, а он меня не хотел снимать, здесь Саша в лесу. Жемчуга твоего, господи. Вот так. Тоже был сумасшедший. И времени было мало. И поехали очень поздно. Вечером в темноте смотрели. Ну что, хорошо. Я сниму свои, только шляпка одного потерялась. Так, во какие. Это по поводу... По примеру Павлика, как Павлик свои грибы все разложил и показал, какие грибов у него было много. Ну, хорошо. А это нижние тоже, о, какие. Те намокли. Так. И Саша свои раскладывает. Ой, и широко так раскладывает. Мы их посчитаем. Ну, у него шикарный боровик и два подосиновика. Фору даст другим грибам всем. Ох. Ну давай.
Можешь показать мне? Что? Ну, посунуть под камеру гриб. Я же снимаю твои грибы. Что ты не понимаешь? Что это за пацан? Ну, этот я уже сняла, а эти я уже сняла. А это вот? Ну, все уже сняла, ладно. Клади дальше. Ну, бери их. Ой, сколько. Корзину еще, ведра, говорит, там. Подосиновики, подберезки. Целые корзины набрали. А у меня больше этих. У меня-то больше, чем пластинчатых. Ну, вот и хорошо. Да они у меня в черно-белом впечатлении показались, что это не такие они шикарные. Ой, сколько много надыбал, блин. Какие красивые у тебя грибы, три вида. Ой, боровичок, ну ладно, придется рассчитываться. Боровичок. И два подосиновика. Самый боровичок. И подберезовики красивые какие, ну шикарно. Ох ты, елки-палки. Покажи-ка. Ой, какой хороший. Большой, где ж ты такой нашел? Ой, там и нашел. Все на болотце. Все на болотце. Такие крупные на болотце. А, вот еще. У меня там что-то рядом с болотцем. Где-то ну, тоже на хорош, болотце. Хорош, здоров. На болотце такие большие и здоровые выросли. Да. Ну и рядом с болотцем тоже я нашел там. Часть я рядом с болотцем, так. Еще тут важно было, маленький еще. Это штук 30. Не 30 последний, штук. Да, последний, наверное. 30 штук у тебя много. Ну что ты, красотенький. Ну, вот, такие. И тоже хорошо молодые, маленькие. Конечно. Чистим. Нарежем большую. Ты тебе муж сам чистить. Раз, два, три, а я пластинчатые буду. 16, 17, 19, 20. Ну мы как всегда бегаем. Ой, какой красивый боровичка. Да. Снимаешь. Это киськины. Не надо снимать. Все, киськины снимали уже. Да. Да, и все я снимаю. Ну давай. Думаю, что кисенька. Ну-ка, иди сюда. Дай ему сначала понюхать, кисенька. Ой, сейчас. Будешь? Давай тебе еще. Вот тебе еще. Да, надо ему выжить. Старое мороженое. Ну, он теперь не видно, загородил это мороженое. Жжет, да? Конечно, жжет. Клади с той стороны. Джим, вкусно? Ну еще будет вкусно. Не, мне было вкусно, он бы его не ел. Да, ну-ка. кошки, что собаки, они что. Ага. Любит мороженое. Повезло, Джим, тебе сегодня. Никто не съел мороженое, крем-брюле, а? Зажрались. Ну, крем-брюле. Зажрались. Что там Зина делает? Ай, не знаю, Зина меня накормила картошечкой. О, накрасилась чуть-чуть, хорошо. Пойду в этот самый. До свидания, Ёж. До свидания, Илья Мур. До свидания, Добрыня Никитич. До свидания, Алеш, что ты хочешь. До свидания, поняли. Пойдет дальше. На встречу любовь. Да. А то потом еще неизвестно, что будет. Что потом? Потом могут даже... Цыган без лошади. Оставшая собачка. Ой, какие. Ой, какие. Темно. И солнце. И не видно. Ничего. Это вот как вот, бельгийские темно, были, как всегда была поговорка, ну, стала конь бельгийский. А Катю хорошо в эту сторону снимать. Ну, конечно, потому что на меня все солнце. Нет, на тебе не солнце. А Тамара в тени. Ой, какая красота. Едем мы, друзья. Своё счастье так теряет. Но она будет с ним. Она все равно очень упрямый, говорит. Я долго могу ждать. Ну, тут понятно, по словам. Хочет. Кто хочет следить, тот сразу следит. Кто понимает это. Это Марвон там, видишь, он, та за, вот, окончание да, вроде как леса вот слева. Ты, я боюсь, включи это. Пашка, иди ты уж. Что с тобой? Бежал, ногу подвернул. Алик, уходи! Закрой там стекло. Я закрою сейчас все. Кать, нормально, ничего, да. Пой песенки. Я тоже нашел сыроежку. Ну, молодец. Это старое. Ай, потом, когда я найду гриб. Катя, ну пока, зайчик. Давай, сторожи нам машинку, мы тебе купим мороженое еще раз. Ну давай, Кричка. Пошли. Ой, летают эти ос. Пойдем скорее, мне на свое место. Пойдем,
Вот в этот лес, давайте. Пойдем в лес, да, влево. Сейчас.